Меня спрашивали цену узнать молока на рынке домашнего, пока показываю молоко в Мигросе. Вот, значит, пакеты молока у них есть долгоиграющие, ну, как у нас практически, и скоропортящиеся, то есть более, ну, не то, что более натуральные, но более вкусные, наверное, более полезные. Вот долгоиграющие стоят в среднем 4,15, 4,50, есть даже 3,55, 3,55, 5,25, 4,75. 2,95, да, даже. Вот, блин, иду, несу назад то, которое я за 5 взял. Только что взял за 5 молоко, получается. И вот, смотрите, 12,50. Я вот не знаю, либо это что-то, либо это то, что самое качественное, либо это не молоко, а что-то еще там. По-моему, молоко. 12,50, разница, то есть ощущаете, какая, во сколько раз получается. А я, выходит, взял за... Короче, я его сейчас отношу назад, то, что я взял, потому что я взял вот такое вот, и оно стоит совсем не 2,95. Мне, в принципе, все равно, химия там никакая не добавлена, то, что она долгоиграющая, там, за счет чего-то, это не смертельно. Поэтому это я ставлю сейчас назад, еще раз цену его посмотрю, то я уже не помню. 4,95, ну вот прикидывайте, 4,95, это зачем мне 4,95, если я сейчас возьму тоже молоко за 2, сколько там оно было, за 2 с чем-то, в принципе, тоже молоко. Сейчас с вами мы его возьмем, то молоко, которое стоит 2 с чем-то, специально разговариваю много, потому что музыка играет, чтобы забивать ее. И берем молоко за, смотрите, за 2,95, реально, 2,95 молоко. Дагал это натуральное. Все, 2,95, ребят. Зачем я за 4,75? Вот, собственно, цены на молоко. Домашнее, когда буду на рынке, обязательно цены узнаю, вам покажу, расскажу. Спасибо за внимание. Привет из солнечной апельсиновой Турции. А вот, кстати, 18,99. 4 штуки. 4 штуки, ребят.